Здравствуй, дорогой наш подписчик. Привет! Мы в Нижнем. Ребят. Мы после отпуска готовы работать. Да. Даже подтверждаю, что мы были в отпуске, у меня подгоревшие ноги. Друзья мои дорогие, сегодня мы будем с вами смотреть все новинки, которые появились за 2-3 недели нашего отсутствия. Они на самом деле появились, потому что когда перед самым отпуском мы для вас снимали распродажу, они уже появлялись. Их как раз привезли, вы знаете всегда, что в июле приходят новинки. Сегодня у нас будет много съемок, поэтому пойдем. Готовьте печеньки и чаёк. Да не надо далеко уходить, смотрим. Мистер Герхольд. 4999, бамбуковый светильник. Честно, я его не припомню, но такое ощущение, как будто уже давно эта новинка появилась. Но на всякий случай, если у кого-то уже куплено, рассказывайте. Бамбук. Хорошенький, плотненький. Здесь, конечно, все очень тоненько. Стоит 5, ребятушки. А здесь у нас абажур, бамбуковый акриловый лак. Ну и получается, вот эти полосочки тоже из бамбука. Ну, блин, что-то я так... Ну, в зависимости от того, конечно, какие домочадцы, да, Дим? А они разве достанут? Мне кажется, наши везде достанут. Ну, если начнут доставать, то штору можно укоротить. Из этой же серии настольная лампа, я понимаю, что вот, ну, явно не с нашими детьми, да? Ну, с настольной лампой соглашусь. Алена прям сразу так карандашом, тык! Ну, так эстетично смотрится, да? 2500. То есть, фактически, комплект выходит 7500. Но у кого по стилистике подходит, ну, он говорит, для этих хорошо, для фотографов, для каких-то, да, таких сценических съемок. Возможно. Пойдем дальше искать новинки. Народ, кстати, в магазине много. Ребят, диван Бакабу. Ну, фактически, это тот же Экторп, только чуть-чуть модифицированный. Угловой, с козеткой. Цена 55 тысяч. Цвет только Эдекула синий. В предыдущих новинках мы снимали Велосунд. Вот они очень похожи. Дим, пойдем где-нибудь найдем, где не сильно светит солнце. Вот здесь будет видно покрытие? Да, будет светить. Угу. Он такой синий-серый, да? То есть он не яркий синий, как Фрихиттен. Он больше вот, ну, за счет того, что здесь вот эта черненькая прожилочка. И, кстати, очень комфортная ткань. То есть она вот не колется никоим образом. Подушки, смотрите, да? Вот диван за 55 уже может быть обтянут полностью, без каких-либо штук. Пойдем покажем по этикетке, как он раскладывается. Ты где? Вот смотри, подушки убираются. Давайте-ка это от солнышка уберем. Значит, 2,48 на 1,50 м, высота 71. Просто открыть не можем, народу много. Подушки убираются, и вот из этой нижней части, на чем я сижу, достается кровать. То есть она выдвигается и ставится вот сюда. Но, ребят, вот здесь все равно будет стык. Поэтому топер обязательно. Фактическое спальное место 1,40 м на 2, потому что 2,48 м это с учетом всех вот этих подголовничков. Теперь давай по поводу... А есть еще, кстати, в белом цвете Эдекула. Ну, стильный диван смотрится. Давай по ощущениям. Можно я вот так сделаю? То я буду... А то лучше на козеточку сядь. Ты знаешь, как будто у козеточки наполнитель потоньше. Так, давай мое любимое действие сделаем. Проверим, насколько бесшумная или шумная козетка. Кстати, он же есть и в обычной модификации, в двухместном. Он стоит 50. Разница всего 5000 между двухместкой и... Опа! Еще иди сюда. Могут смутить вот эти юбки. То есть их нужно очень ровно разделать. И вот здесь получается все открытое. Как-то они не шибко зафиксированы. Ну, у Фрихтена более, кстати, интересный крепеж. Да? Или пучки, да. Вот этого угла точно не будет. Что-то как-то вот, смотри, да. Мы опускаем в козетку. И вот этот угол не шибко эстетично смотрится, да? Нет, он, в принципе, так и должен быть. Ну, это понятно, это уже вот такой нюанс дивана, вот, ну, как-то вот эти юбочки мне не сильно нравятся у него. По механизму, ребят, Бакабу хвалят. Их же вернули обратно в ассортимент, они пропадали надолго. Их вернули обратно, здесь хороший слой пенополиуретан. Пойдем покажем бежевый.
Почему я его для себя изучала? У нас дочь просит такой диван, старшая, к себе в комнату. И мы еще пока в раздумьях. Потому что, ну, как бы полтинник как-то жалковато, но тем не менее понимаем, что мы за эти деньги купим полноценное спальное место и сложно видеть красиво, да, Дим? Угу. Не показано. Как, слушай, а здесь народу нет, дай попробую разложить. Пожалуйста. Хвостик. Видно? Да-да. Так, соответственно, на ламели никто не должен вставать. В противном случае ламели у вас не будет. Цвет получается бежевый, но с темно-бежевой прожилкой. Вот за счет этого ткани, вот эти фактурные, смотрятся более объемно. То есть он не пустой цвет, а более объемный и эстетически красивый. И грязь не так видна. Я все, что ли, выдвинула? Что-то много слишком действий, Тань. А? Слишком много действий. Но эти же замки для чего-то есть. Вот. Для чего? Здесь еще дополнительный. Офигеть. Матрас. Поэтому, в принципе, к дивану за 50 тысяч это чехол, это матрасник. Да понятно. Уже допом докупать ничего не надо. У него все есть. Тань, просто когда ты с работы придешь, весь уставший, я навряд ли буду все эти манипуляции делать с кроватью. То есть у тебя не сильно такая перспектива греет вот эти? Вообще никак. Проще взять бединги, да? Да не, ну Фрихтон, кстати, он очень быстро разбирается. В общем, обратно, ребят, вот вы утром встали, вам нужно это дело свернуть. Запинать в отсек. Застегать молнию. А, кстати, здесь еще, Дим, есть. Как бы показать. Типа ящика. Так, вот это уходит туда. И смотри, как пачкается. То есть, ну, синий в этом плане, наверное, будет лучше по эксплуатационным качествам в плане цвета. Я просто представляю, да, это вот, это магазин. Тут как бы выставочник собрали, убрали. Вот дети дома будут вот так? Диван будет в разобранном виде стоять? Ни за что они не соберут это. Даже за конфетку. Что-то я не то сделала, да? Оставь. Ладно, сейчас камеру выключим, дособираем. Так, друзья, мы в отделе с дверками Best, значит, смотрите, появились новые фасады. Сме Викенд. Ребят, очень похоже на Бергсбом и с Хемнес будут сочетаться, да, Дим? Ну да, есть сходство. Все как обычно. ДВП, ДСП. То есть фасады классические, эти, Best. Вот это вообще, смотри, их даже в пару можно, да, вот как раз секундочку, сейчас мне рельеф сочетание надо передать, а то оно сливается. И они не кипенно-белые, они немножко уходят в молоко. Они вот ближе, если у кого двери Бергсбу есть, то что вот даже вот сравнить, да, видно? Ну да, есть оттенок. Да? Есть. Поэтому теперь у кого есть паксы с дверями Бергсбу, с самыми популярными, пожалуйста, для вас есть спасение. И есть еще стеклянные двери, Оствик, они очень хорошо будут сочетаться с этими... Стеседалем с дверями. Да? Да. Вот это уже хорошо. Это уже молодцы. Один, она смешная. Один раз. Не, ну, кстати, очень интересная такая смешная. Что-то такое инопланетянское, да? Папа. Папа. Привет. 500 рублей. Угу. Настольная лампа светодиодная Третьеора, черный. Регулируемый абажур обеспечивает отличное направленное освещение. Лупа, лупа. Ну да, только занозу эту вытаскивать. А там что-то есть или нет? Сезон. А, тут пустота, дырка, да? Да.
Ну да, я тебе говорю, за нос вытаскивать. Ну она больше такая, шуточная, да, какая-то? Хотя вот какие-то вот... Была вот бы она USB. Вообще бы цены бы не было. Да, ее компьютер пришпандорил. Она да. не USB-шная? USB-шная, о, красота, да? Ребята. Компьютер прибил ее. Сзади системного блока, да? Да, вот она. Да, вон USB-шка. Кстати, ребята, о, кто хочет, да я отсоединю свою лепту внизу. Всем давай, рекомендую. Всем рекомендую вот этот зарядник у IKEA покупать. Увидели, берите. Два. Да. Он идет на три порта и очень быстро заряжает все гаджеты. И долго работает. Да, вот у нас уже очень много лет. Да. Как они только появились, мы их сразу купили, штуки три. И до сих пор работают. Вещь, огонь. Мы же купим. И, кстати, на... дешевле, как бы так скажу, чем аналоги. Да. На три гнезда 600 рублей. Берите. Хоть это не новинка, но рекомендую. Ой, лампёха прикольная. Давай такой домой возьмем? Да, вот. В чем интерес? Ты же, когда садишься за компьютером, чтобы тебе не включать, ну да, ты втыкаешь в USB. Да, фокус, приди ко мне. Сейчас кнопочку нажму. Нет, тут мне вот эта лампа удобна. Что-то я же часто по ночам с этими документами. И компьютеру будет питать свет. Оригинальненько. Это я так новинки выглядываю. Илья Муромец. Куршин. Нас начинает баловать светом Татьяна Павловна. Обычно она его не любит. Нет. Редко, когда что-то в новинках света идет. Смотри, значит, лампа с зажимом светодиодная. Не в линге. Как классно с Лангмой сочетается по цветовой гамме, да? Вот, смотри. Давайте тактильное ощущение. Она внутри как раз вот эта сама металлическая часть ребристая. Внутри чувствуется, да, и покрыта силиконовой трубочкой. Оригинально. Гнет, соответственно, куда угодно. На большой прищепке. Ну, а такая подростковая, детская. Ну, кстати, вот, допустим, какие-то уроки делать, да? А сейчас сложно судить, потому что очень много света рассеянного в IKEA. Не могу сказать, хорошо или плохо. Но свет дает. Вот смотри. Вот смотри, вот, да? Тут видишь, точные светильники. Нет, ты видишь, вот, освещение. Вот, давай сделаем, чтобы... Более для частоты эксперимента вот сюда перекинем, потому что там нет точного света. Ба, тут у нас отбойников работает под ногами. Война и немцы. Так, кресел новых не могу. Но по цене дороговато пока. Она интерьерная. 1300, я... Да хоть какая, наверное. Не стоит она столько денег. Бежим отсюда. Ребята, смотрите, я вам что нарыла. На сайте, кстати, они уже есть. Я уже клиентке не в стайлбук, а в подборку делала. Кому? Кстати, ну себя же не похвалишь, везде как оплеванный. Ребят, мы ввели такую услугу. Понятно, она не бесплатная, но стоит на самом деле недорого. Если вам нужно составить список покупок, то есть вы, допустим, скидываете мне помещение, вам нужно там вот такой-то шкаф, вы сомневаетесь, такой-то комод. То есть вот наше мнение, мы вам готовим этот список покупок, обсуждаем с вами, добавляем, убираем. То есть такая вот консультация, которую фактически наш клиент сразу бесплатно получает и не всегда ценит это. Вот, мы можем вам дело предоставить. Так, значит, стул Бериет. Раньше производил Украина. Сейчас мы на складе запомним 23-23. Посмотрим на коробку, кто сейчас. Массив Бука так и остался. Классно. Чехол несъемный. Покрутите, пожалуйста, пальцы. Теперь он серого цвета. Ребят, ценник, конечно, 4000. Раньше Берье были 2 с чем-то. Ну, с учетом того, что все растет, все меняется. Присядем? Вспомни молодость. Ой, классно. Все-таки вот мягкие стулья и стулья с подушкой – это совершенно разные вещи. Подушка – это вот yours. А здесь, чем Берье хорош? Видишь, насколько спину закрывает? Вот. Вот. Короче, кому Берье подходит, они есть белые и есть черные. Сейчас найдем черный. Берите, пока они есть. Я смотрю, какие еще новинки в стуле. Такой же черно-коричневый, ребят. То есть, причем, иди сюда, покажу прослойку. Это фактически классическая венге, как любят у нас в России. Не чисто черный и не коричневый, с легкой прослойкой. И по нашим данным будет еще по такому
Ай, господи, сейчас покажу примерно в каком цвете. Сейчас Дима снимет. Вот в таком цвете еще должен появиться. Ну, примерно вот такой оттенок, как у экидолена коричневый будет. То есть стульберье должны будут быть в России в трех цветах. Так, это не новинки. В стульях одна новинка только. Новый матрас Хорниндаль. В прошлый раз мне сказали, что сидела я на нем не так, да? Жесткий, но плотный. Но все равно, ребят, полежать в магазине, поспать дома, это совершенно разные вещи, да, Дим? Сядь там, посмотрим, как вот плотность держит боковую. А мы сейчас в этом его, в срезе покажем. Ну, кстати, не бюджетка. 90 на 2, 13 тысяч. Кокосовая плита, усиление по краю. Значит, смотрите, разгон цен. 1,80 м, 22 тысячи. Самый маленький, 13 тысяч. Слой пенополиуретана. Хорошая прослойка кокосовой плиты. 6 витков пружин. Дальше усиление. И, ребята, снизу тоже большой слой пенополиуретана. Хоть он и односторонний, фактически, сейчас скажу, 235 пружин. Тип очень жесткий. Ну, плотненький, мне понравилось. Интересно, как он дальше себя поведет. Вот это усиление очень хорошо работает, кто люди большие, кто большого веса. То есть вам это обязательно нужно, чтобы пружины под вами хорошо себя чувствовали. Ребят, мы в отделе гардеробов ПАКС. Двери форсант появились в цвете под беленый дуб. То есть это классический паксовый цвет для тех, кто хочет вот попроще. Попроще, да, полосатого забора. И пойдем, еще такие же раздвижные двери появились. При этом смотри, очень часто спрашивают такой вариант, можно ли поставить гардероб, например, 1.5 метра и отдельно 50-ку вот с такой дверкой, чтобы по цвету сочетались. Вот, в принципе, хасвик и форсат в беленом доме будут сочетаться. Они одинаково полосатые. Но имейте в виду такой момент. Вот все, вообще, да, любое покрытие, которое называется беленый дуб, оно, ребят, все неоднородное. Вы никогда не найдете вот такого, либо вот такого. То есть у вас везде будет вот как такой заборчик. Не все клиенты это любят, особенно это заметно на комодах Мальв, когда здесь вот так. И прямо одно время, помнишь, было, клиенты жаловались, что у них собирали комоды как будто в шахматы. То есть так вот все это раскидано, и это не совсем эстетично смотрится. Поэтому если вы по этому поводу, да, затыра, то берите лучше белый цвет. Белый всегда беспроигрышный, он всегда однородный и не смешивается. Друзья, мы в отделе детской появились новые коврики. У Пупток 133 на 160. И треугольник 133 Эрионада. Давай теперь по цветам. Во-первых, смотрите, чем отличается. Вот, Дим, мне надо сравнить. Вот иди сюда. Вот Румит, да, самые дешевые киевские коврики, то здесь прям вот он тоненький, да? Стеклянный, как я его называю. Здесь другое уже плетение, здесь уже срезанный длинноватый ворс. Он, конечно, короткий для ковра, но тем не менее пылесосить он будет более-менее. За счет чего? Что он не такой плотный, набитый. То есть вот здесь, вот, например, вот в этой, да, в Сангрелло с бабочками, здесь более набитый, по нему, например, пылесос сложнее идет. Здесь полегче будет. Очень классный рисунок у желтого. Прям ярко, да, в детскую? Ну, в стиле комнаты. И вот такой дом. Или корабль. Вверх ногами. Корабль. Вон труба. Труба. А если корабль закрасить, будет дом. А если корабль закрасить, будет дом. Постельку новую вижу, не выключайся. Смотри, какая лиоцел 100%. Угадала, не угадала? А где в упаковке? Нет, это машинки. Я в упаковке его ищу. Блин, его нет в упаковке, день. Он без рисунка, с рисунком? Да я даже понять не могу, он с рисунком, смотри. Здесь какие-то зеленуши. Здесь слон. Ну что-то африканское, смотри. Здесь тоже слон, Дим. Так, пакет я... Блин. А, нет, там это другое. А, вот. Давай это сразу. Ну смотри, тут динозавр. Динозавр. Ну ладно, суть понятна будет.
Как будто то же самое. Нет, здесь коричневое. И они разные по плотности. Это 0,8 и 0,04. 640. Ребят, здесь динозавр вот с такими зелеными лапами, да? Секундочку. Артикул. Подожди, подожди. Вот. Не торопись. Дима, они разные. Кто-то, похоже, ошибся, когда вешал. Рекс, трицинопс, желтый. Может быть, он с двух сторон. С одной стороны динозавр Рекс зеленый. Ну, давайте посмотрим. Это не сложно. Но я вижу слоп тайный. Динозавр он другой стороны. Он двухсторонний. С одной стороны динозавр Рекс, а с другой стороны динозавр трицераптос коричневый. Во, мы что вам выкопали. А мы слон, слон. Флон, флон. Флон, флон. Вот смотри, еще какой классный. Тоже динозавр. Две 300. 50 хлопок, 50. Вот. Смотри, получается, вот здесь два динозавра, горы. Ящер летающий. С лапами. Угу. Это чехольчик. Ну, залиоцельный комплект, конечно. Ну, цвета, ребята. Ди. И вообще, я просто тащусь от лиоцельного белья у Икеи. И когда распродажа, ребят, цапайте. Просто не думаем. У нас у Алены последний. А нет, его уже нет. Мы тоже, кстати, по сейлу покупали. Но мы прям кайфуем, когда вот ребенок ложится на них спать. Так, просто не лен. Я про это говорила во влоге про Ростов. Еще не опубликовали. Он еще не опубликован. В общем, что хочу показать. Пойдем сюда. Ой, нет, не тот цвет. Погодите. Я старобольная женщина, мне надо сесть. Уфутила я. Смотрите, все помнят, что для раздвижных кроватей раньше были просто не комплектом. И были они, ребят, просто из обычного хлопка. Тянулись не очень хорошо. Икея услышала нас, либо что-то произошло, но теперь у нас есть натяжные трикотажные простыни. И они каждый продаются отдельно. Размер 80 на 165 стоит 550 рублей, 4 цвета. И размер 80 на 130 стоит 400 рублей. То есть теперь комплект из двух простыней стоит, получается, 550 и 400, 950. Но каждая простынь продается отдельно. Раз, они стали трикотажными, это два, и у них немного увеличили размер. Это для тех, у кого не икеевские, не стандартные кровати. Уже клиенты брали довольны. То есть такой хороший трикотаж, который нормально эксплуатируется. Ребят, хочу услышать от вас, девчонки, кто уже успели цапнуть, рассказывайте, как по эксплуатационным качествам, кто уже успел постирать, потому что у нас теперь раздвижной кровати нет, и нам не актуально. И мне надо информацию, как это дело носится. А, вот, кстати, они. Смотри, как тянется. И трикотажка плотненькая. Единственное, что, пойдем. Я так вижу. Ну, мне надо шов показать. Ага. Нюансы трикотажа. То есть, если вы будете данную простынь натягивать на матрас большего размера, то есть риск со временем, и вот эти места поедут, и простынка придет в негодность, поэтому размерку все-таки соблюдайте. Ну вот, на икеевский матрас рассчитано на 15 сантиметров толщины, да? Да. Я не спрашиваю, я в этом не бум-бум. Ребята, смотрите, какие классные динозавры. Значит, динозавр велоцираптор. 44 сантиметра, 600 рублей. Ну, прям вот настоящий, да? Дим, даже как он просто милый, да. Ну, он выглядит как настоящий. Как это сейчас модно, или раньше это модно был няшный. Няшный. Правильно? Баронтозавр, тоже 600 рублей. Ну, есть, это детеныш, а есть маменыш и попеныш. Сейчас маменыш покажем. Так. Рекс. Ничего не пищит. Тебе еще что-то пищало? Мне еще попищать надо. Нет, мы еще не всех сняли. Вот. Ой. А зачем это?
А погодите. Может, там как кармашек, нет? Нет. Или... Нет. Мячик. Нет. Да что ж такое-то? Пойдем. Да мячик. Вот как раньше динозавры вылуплялись? А, яйцо. Это яйцо. Динозавровое. Я даже мамку сейчас принесу. Или папку. О! И вот таким образом мы принимаем роды. Вот так, хрясь, 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 хрясь. И welcome. У вас ребеночек готовый. Скажи, мои бы так родились, да? А! Скажи, классно. Ой, а там какая новинка. Нам надо, 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 надо. Дальше показываем? Да. Так, значит, яйцо, ребят, стоит 800 рублей. Так, это сейчас уберем. Стегозавр. Давайте это на предметку ложите, пожалуйста. Зачем? Ну, так лучше получается. Потом руками дергайте, ничего не видно. 3 Трицераптос. Слушай, здесь можно динозавров всех выучить, да? Трицераптос. Мне бы котика с яйками, которые на стекло вешают дальнобойщики. Вот тебе вся любовь, ему бы котик с яйками. Так, бронтозавр большой, 1500. Ой, ну опупенные, просто они такие классные. Но не стоят, зараза. А, вот, малышарик. Ну правда, ну мультик настоящий, прям. Ну как бы сейчас зашагают, да? Как бы зашагают сейчас. Хорошо умеют китайцы делать игрушки. Нет, реальные игрушки классные. Так. Стегозавр. Зеленуху отпустите. Большой. А, ну тут получается ребенок не ребенок. 900 рублей большой и 600 рублей маленькой. Разделяем. Родители работать. Так, этого мы показали. 1000. Тоже 1000. Вообще, ну, в принципе, цена более-менее, да, за такую красоту. Я бы не сказал, что дорого, но не скажу, что дешево. Тоже 1000. Что-то среднее. Началось. Еще смотри, из этой же серии мешки. 600 рублей мешки для игрушек с динозаврами. Ну, как раз чехольчик для моих игрушек. Да. Все продумала, окей. Лишь бы от нас, деньги содрать. Пойдем дальше, пойдем дальше. Говори. Ничего не скажу. Заберу и уйду. Так. Мола, сумка, планшет для рисования. 800 рублей, 35 на 27. Давай теперь разбирать. Здесь деревяшка. Сюда крепится лист. То есть удобно в дороге, да, Дим? Особенно тебе. Мне, да, кстати, надо такое купить. Я работаю постоянно. И пусть в машине лежит. Как раз отсек для бумаг тебе. Да. Отсек для ручек. Ручек. Маркер. Я просто люблю вот так на, ну, как бы, все планы на бумагах на таких А4. Че, почем? 800 рублей. Можно. Тут он, то есть он вполне эстетичный, если, допустим, ребенок куда-то там нарисовалку какую-то, да? Это еще не все. Картон для рисования. 36-й. Так, картон для рисования. Получается, да, вот он. Смотрите, в чем фишка. Набор 149 рублей. Сзади хвостики. Теперь смотрим по размерам. Здесь 3 штуки. А4. И получается 10 на 15 две штучки. Ну вот это мне очень понравилось. Прям классная штука.
Мы в отделе посуды. Как мы вам говорили, когда снимали распродажу, у Кавалькады появились новые сковороды, но у них глобальное отличие от старых. Иди сюда. Прорезиненная ручка и просто пластиковая ручка. Ну, помимо того, что это красное, это черное. А ценник, друзья мои, одинаковый. Набор из двух сковород стоит 599 рублей. По диаметру здесь 20 и 26 сантиметров. То есть фактически два самых популярных размера. Ну, я предпочитаю побольше сковород. Ты это... Я на шинку больше всего. Да. Идем. Ну, это сомнительно опять для меня, эти крышечки. Они могут при большой температуре вот вниз уйти, да-да-да, и ты не откроешь. Так вот тушишь что-нибудь. Да, и она как вот может как вакуум создаться и туда и весь ваш сыр вкусный, который сверху на запеканке. Ну, это мое предположение. Ну, Дим предполагает, как? Поэтому у кого уже так случилось, расскажите. Это крышки Клокрен, силиконовые, три штуки в наборе, 700 рублей. А, силиконовый каучук, диаметр, зараза, не написали. Сейчас найдем. Ничего лучше стеклянного. 29, 25 и 21. А, Клокрен отдельно, 33 сантиметра, крышка есть, 499 рублей. Кстати. Идем. Вася. О, просят, что может подойти вот на такую сковородку. Кстати, Оль Воронцова, привет. Мы теперь активно продаем твои рекомендации за сковороды. Всем и всюду. Знаешь, как их заказывать? Не сковородка, как у Оль Воронцова. Угу. Линейка Шенка выходит из ассортимента IKEA. Для никого же не секрет. Ее заменили полностью на линейках Hemglad. Давай как раз сравним, пока есть возможность. Хемглад, Шенка. Найди 10 отличий. Я предполагаю, мне кажется, сплав другой. Нет? Полностью одинаковый. Я бы не сказал. Смотри. Ну, форма одинаковая, но исполнение совершенно разное. Для меня одинаковое. Понятно. Так, Хемглад. Если у Шенки маленькая сковородка была 14, то Хемглад сделали 17. Уже точно на две котлеты. И у Хемглад появилась вот такая сковорода. Зачем вторая ручка? Это же не вок. Вешать наверх? Ну да. 1300 такая сковородка. 32 сантиметра. Ну, одна из самых больших. Поэтому все, кто охотится за самой универсальной сковородкой Шенка, ее, друзья, нет. Вот теперь есть Хемглад. За 800 рублей. А получается, мы последнюю рвали сковородочку? Нет, сотейник Шенка еще есть. Ладно. Я про обычные сковороды. А почему сотейник не купить? Он намного удобнее. Не знаю, вообще, кстати. Красота, ну, на да, нем. Мы про него. Мы же его рекомендовали уже не раз. Он хорошо подходит для подкидывания еды. Покажи мне этот предмет, который мы купили. Шенка, что ли? Да. Пойдем, а что ты хотел с ним? Хочу показать угол. Она, во-первых, и глубокая, ее подкидывать удобно, потому что, вот, видите, овал, когда еда вот подходит сюда, и она ровно падает на середину сковородки. А у вот такой штуки, посмотрите угол какой, как у вока, и она вся вон туда уходит. Надо, она выкидывается. Да, блин, я не показал, вот. Ее надо ловить. Но это мое предпочтение, потому что я... Не могу скребками по сковороде. Дима подкидывает. Да, я подкидываю. Кавалькад ковши. То же самое, что и черный, один в один, только более комфортная ручка, как у сковород. Значит, ковши здесь три штучки. Получается на 2 литра, на 1,5 и на литр. 800 рублей. В кухонном отделе откопали очень интересную тележку Nisa Force. Вообще ее можно использовать везде, в ванной, на кухне, потому что она полностью металлическая, на четырех колесиках. Она, конечно, звенящая, потому что она из металла. Три полочки, одна с сеткой с маленьким краем, вторая точно такая же и глубокая нижняя. Поэтому хранить можно, в принципе, все, что угодно, начиная от посуды дома, заканчивая, если это какой-то профессиональный кабинет, если это подходит по стилю, всякую всячину. Пока нас не было, появились новые ножи для сыра.
У нас помощница Наташа уже взяла, пробовала, говорит, довольна. Дима что-то покрутил, не понравилось. Ну, мне пока нет. Нет доверия к этому предмету, ну, такое пока это. Я сам не использую. Ну, шибко крепкий, но попробовать надо. Купить 149 рублей. Кстати, кто уже потестил, расскажите нам. Угу. Смотрите, какая классная новинка появилась. А, это выставочник Ликат из двух форм. 800 рублей. Раньше продавались по отдельности и были разного цвета. Сейчас даже дешевле получается, потому что это было 600 плюс 300 900, а это 800 рублей. Две темно-серого цвета. Глина, керамика? Я понять не могу, что каменная это. Керамика, как динера. Так, это вардогены. Да, кстати, тоже новые. Значит, вот такая форма. 29 на 23 стоит 600 рублей. И вот такой вардоген 33 на 26 – 800 рублей. Очень надеюсь, что появится белый, потому что это самый популярный по цвету формы. И вардоген – это одни из немногих форм, в которых еда не пригорает. То есть она будет просто засыхать у вас, если вы ее забыли, но с ней ничего не случится, она не сгорит. Так, о, это тоже что-то новое. Ночной миска горшок. С крышкой. Шляпка. Ты почти рыцарь. Стиле 30-х. А? Почти рыцарь. В общем, это миска. Миска с крышкой 1300. Ну, крышка какая-то... Может, по-другому перевернуть? Нет? Можно перевернуть. Но у нее острые края, и по логике она должна прям вот натянуться. Но натянуть я не чувствую. А я предполагаю, что наоборот, площадь прикосновения больше. Зачем такая миска? Рассудите нас, как правильно. Дим, я сегодня без покупки не уеду. Я тоже. Смотрите, какой набор. K365 из трех банок 300 рублей. Прямоугольные. Класс-то в чем? Разложили, из холодоса достали. И как мисочку порционную поставили с закуской с какой-то, да? Ну да, с мясницей, закуска, но не более. Не перекладывая. Походные. Походные. Кстати, аккуратненько. Очень шлёп, хорошо шлёп. Закрывается. Здесь резиночки, как у всех крышек. Икея 365. Да, плотненько. Можно в СВЧ, можно в посудомойку, можно в духовку. Если какая-то маленькая порционка нужна. И вот здесь еще и резиночки. То есть в этих баночках можно делать мини-консервации. Обновили сумки для завтраков. Обновили только цветом. Цена осталась та же. Большая 180, маленькая 130. Раньше они были красные и вот такого зеленого цвета с белым. Но это любимые занятия Икеи. Чуть-чуть изменить и сделать типа новинка. Давай. Бутылочки Икея 365 на 0,5 литра появилась нового цвета крышкой. А в чем фишка этих бутылок? Их очень любят подростки. То есть вы можете повесить за рюкзак, за карабин. Сейчас их 4 цвета. Синяя, серая, такая зеленая, изумрудная и розовая. Цвет белой куриный. 21 сантиметр, 129 рублей. Hell's Cat. Десертная тарелка. Курица. Ой, и салфетки такие же. 130 рублей. 30 штук. Нам что, куриная коллекция грозит? Вернулась обратно серия Бакик. Она исчезала. Продавалась штучно, сейчас ее продают наборами. Значит, большая тарелка 249 рублей. 30 на 30. Миски 20 на 20. 4 штуки 649 рублей. Раньше штучно продавались. Тарелка глубокая, нет, не глубокая, ну, Бакик она вся такая, не мелкая. 749 рублей, 25 на 25. И получается плоская тарелка 549 рублей, 4 штуки. И вот такие миски 449 рублей. Нет, идешь в магазин заказывать. Тоже 4 штуки. То есть Бакик теперь нельзя купить поштучно. Это к тому, что если вы бомбанули одну миску, вам придется покупать весь набор. Новая тарелка с отделениями 500 рублей, 499, точнее, Икея 365, 31 на 19. Раз, два, три, четыре отделения. Для столовой. Хорошо, да. Наверное. Для рабочей столовой, не супер общественной, а с персоналом более, не более 100 человек.
где так вот столовка разложил. Да, да, да. Ну и для сервировки какой-то домашний. Миска IKEA 365 появилась в новом диаметре 19 сантиметров. То есть раньше такого не было. Ну, разгон маленький, большие, а это. Они просто пропадали, обратно вернулись, их как новинку уже обозначили. Чайник Вартаген в голубом цвете, 1,2 литра, 699 рублей. Точно такая же каменная керамика. Пойдем покажем поближе, потому что на сайте он непонятный. Видите? Изнутри давайте покажем, что там есть. Без глазури, наверное, с глазури. Нет, с глазури. Нюанс Вартагена. То есть Вартаген никогда не бывает однородным. То есть вот эти непрокрасы. И это является нормой, поэтому если вы заказали через посредников, либо через интернет-заказ чайник, не пугайтесь, что он у вас такой пришел. Это его вот родной цвет. Стук-стук, поднос манго. Альстед, естественно, 38 сантиметров, массив манго, масло. Смотрите, какая красота. Хоть на стену вешай. А не знаешь, что придумал из него? Часы бы сделал. А? Часы. Да, кстати, можно. Сколько это стоит? 1200. Блин, дороговато часы получится. Давай покажем. Видишь, они все разные. Кстати, если даже так же будете заказывать через интернет, не удивляйтесь, если вам придет некрасивый. Да. Вот ламинат. Просто вам может прийти без сучков, вот такой ровненький, а может вот такой прийти. А может вообще ламинат прийти? Ну, ламинат это уже в другой магазин. Также скажем про маленький поднос квадратный. Они уже были. Вот смотрите, как раз рисуночек какой может быть, да? Тоже манго. Хоп, а рисунок уже другой. Хоп, рисуночек уже другой. Поэтому я лучше рекомендую это покупать самостоятельно, вот такие вещи. Либо проси, чтобы для вас купили. Да. Стена. Хорошо, что предупредила. Подушка сита появилась в новом, очень нежном мятном цвете. Вот в бежевом она стрёмненькая, да, Дим? Она такое чувство, как будто... Изначально испачканная какая-то такая, да, вот. А вот в мяте она прям вот... Свежо. Приятненькая. Пойдем по чехлам пройдемся. Подушка на стул Этла. 499 рублей, не окрашенная. Джут и хлопок. И внутри у нее пена полиуретан. Хорошо держать будет. Вот фактически, ребят, это тоже... Нет, здесь кусочки. Ну, я смотрю, вот эта грубая ткань. Джут. Джут, да. Здесь джут хлопок. Попы в трусах колодца будет. Это малинда. Я просто показываю разницу. Никак-никак. У Икеи что-то уходит в Вигис по распродаже. Другого цвета Вигис приходит. Это, ребята, норма. Ты там, когда Вигис снимешь, неудобно, конечно. Как бы поближе показать. Смотри, по 799 рублей чехлы Свартхо, серо-бежевый, джаккардовое плетение. Ну, вот здесь вот. Все-таки тут прям стрёмненький он, да, на этом? Ну, там непонятный рисунок. К любому дивану, к серому, к бежевому, к светло-бежевому. И пятнышко яркое. И они получаются двух цветов. Бежевый и серо-бежевый. Разница в чем? Что? В бежевом добавлены темно-темно-серые вкрапления. Муфточку нашла. Да. Подушка Освейк. Смотри, прям вот как... Какие штаны вельветовые, да? И тихонечко. Фокус за вами не успевает. Мягенький. 65 на 40, 600 рублей. Кися. Кися. А, смотри, Санелла в кроваво-красном опять вернулась. Пропадала, появилась. Санелла вообще туговато, она туда-сюда бродит. Так, это уже не новинка. Венча в новом цвете появился. Венча, кстати, тоже себя хорошо зарекомендовал. Это икеевский неушибаемый мягкий велюр. Ну, ребят, вот с подушками у нас, скорее всего, больше всего тяжело эта проблема. Показать все. Натуральную величину. А вот потому что их уголок. Не вытащишь? Да. Вот. Они зафиксированы, либо вот. Да. Я не могу ее ни пожмякать, ни вот. Поэтому никак мы не можем полностью. Смотри, вам картинку гурме передать. Смотри, новый такой этот, оливково-серый цвет. Оливково-зеленый. Да, вот было бы интересно, вот руки, да, взять, какой размер, что туда-сюда. 200 рублей. Прям бабушкин наволочка, да, какая-то? Да я бы не сказал, зачем ты ругаешься.
Очень веселенький цвет. Самарбинка. Ну, я тебе такую куплю под попу. 300 рублей. Мне надо две таких. И луктфибла. Вот луктфибла мне больше нравится. Чехол с подушкой вместе несъемный. Сара Кайса. А ты говори почаще. 299 рублей. Розово-красный. Ткань тонковатая по сравнению вот с теми, мы которые смотрели. Иди сюда, мы не нашли ее в детской. Просто я ее в Ростове видела, приметила. Значит, это Медликхен была подушка, и точно такая же появилась с динозабрами. Кстати, знаете, что из этих подушек делают? Их обшивают тканью в тон дивана и делают подлокотники для дивана. Но за счет чего их берут? То, что они правильной формы, конической, какой надо. То есть не надо кусок пенополиуретана сводить вот так в кучу и что-то формовать. Угадайте, что я делаю? Мне новинки еще. У меня сортировочный процесс быстро работает, дадим? Ну да. Она Кайса в бежевом цвете появилась. Очень классно сочетается с Шифтебу бежевым. Со всеми фрихитонами, страдмонами, поингами. Кто вот перфекционист, и надо, чтобы шторы были, да? Чтобы не быть многословным, мы сейчас покажем структуру ткани. Да. Это полный блэкаут. Татьяна Павловна, не двигаться, не дышать, не стоять. Все, люди поверили. Ну пошли. Дышать можно? Да подожди, не все шторы. Я вообще определенно ищу. Так, по пути. Хиллоборг. Светло-оливковый. Блэкаут. Ну, очень на мой гул похож, да, Дим? Боже. Это дадим, у меня уже стало как слово паразит. Я подозреваю, что за штор. Гунрит. 2000. По указу губернатора Нижегородской области в регионе сохраняется масочный режим. А гунрит у нас, кстати, помнишь, какие шторы, что они делают? Очищают воздух за счет фильтрующего неизвестного материала. Хиллоборг, смотрите, в каком красивом цвете. Тоже интересный цвет, да? Да, хороший. Кирпичный. Кирпичный красный. Терракотовый. 3000. Нет, это мы показывали. Я ведь те синие шторы. Смотри, какие шторы классные нашла. А, вот они, пойдем. И сейчас покажем в растяжке. Я показываю. Фельметар. В общем, то, что Дим перед этим показывал, 2600 стоит. Они с разной степени. А, смотрите, теперь как полный блэкаут, средний, полупрозрачный, совсем непрозрачный. Наверное, икеюшку замаяли спрашивать. Так, а вот такие где? Ты видел вот такие? Такие на сером фоне кружочки. Нет. А с другой 1800, 3 нут. Пойдем искать. Зато я другие нашла. Пальм флигерил. Интересная занавеска. Как тебе? Она хорошо на свету играет. Она и не вычурная такая, да? Не сильно яркая? Да, смысл, смотри, она снизу практически однотонная, а да, ближе к верху вот она уже показывает себя совсем во всей красе. Полиэстер и лен. Полиэстер 80, льна 20. В принципе, это плотность, это хорошее эксплуатационное качество, и не надо переплачивать. Вот как? Как показать-то? Смотри, занавесочка. Размером с салфеточку. Похоже на тряпочку. Темно-бежевый, калф-клай. Блин, вот даже вот... Какая-то мятая тряпка висит, да, фактически? О, вот смотри, какие новые. О, интересненько. Блэкаут будет. Интересненько. Нам в зал надо занавески. Ну, вот это я, наверное, возьму в зал. Интересно будет? Веселенько. Дадут цветочки. А тебе что надо? Масточку. Масточки. 3300. Полиэстер. Мы еще подумаем над этим, да, вопросом. Друзья, появилось очень много ткани новой. Вот такая неф, блин. 100% хлопок, но количество ниток указано только на сайте.
А, это уже кусок, сшитый между собой. Потом вот такая летняя ткань. А, она уже новинка, она уже в распродаже. 250 вместо 350. Кстати, ткань икеевскую можно отрезать от 10 сантиметров. И если кто не в курсе, ткань обмена и возврату не подлежит. Юни Магнолия. Кто успел ухватить постельки, вот вам есть из чего сшить чехольчики на подушке. Угрюмлот. С такими листьями папоротника. Гатмомил. 3 метра клиентки. Сегодня такой ткани везем. Это все хлопок. Он никакой там не прорезиненный. Это, то есть, на постель берут. На чехольчики. Из этого прям можно просто неспокойно сшить. Радгресс. 150 сантиметров. Это по новинкам. Остальные ткани, в принципе, базовые. Они особо так вот туда-сюда. Но тканей заметно мало стало. Помнишь, сколько раньше их было? Да, у нас даже обзор был. Да, мы его прям... Нам до сих пор, помню, сотрудница Маши отрезала по 10 сантиметров часа два. А к динозаврикам еще и ковер. Стеметаре. Разноцветный. 133 на 195. По качеству сразу скажу. Это те же, тот же ковер в пуговицу. Помнишь? Весь мусор, все волосы, все нитки. Почистить на грани фантастики. Потому что именно вот такой ворс в себя, как пылесос, все забирает. А себя обратно не отдает. То есть только вот чем-то вот щеткой. А химчистка? Сдавали мы его в химчистку. Нет, а вот если сухой попробовать? Пробовали, бесполезно. Пятна тяжело. Основная фишка – мусор. То есть вот смотри, даже вот сейчас на нем, если покопаться, уже находятся всякие ворсинки и мусоринки. Дома, соответственно, если особенно, когда есть животное, а если у кого-то такая же акитосина, как у нас, сколько шерсти? Там не только доски можно вязать. Там можно целую дубленку сделать. Я сегодня не с нее, не с ней. Вязаные. Выходные. Сколько с нее сняла шерсти? То есть вот прям целую собаку новую снимаешь. Мой обожаемый, любимый ковер Стоэнса появился в новом темно-золотисто-коричневом цвете. Не перестаю петь оду этим коврам. Они очень хорошо стыкуются между собой, хорошо эксплуатируются, чистятся. Не сильно приминающийся ворс в процессе эксплуатации. Мы же все равно ногами все это затираем. Вот. При желании его можно поднять. И фишка, что Стоэнса, он неоднородный, у него переходы цветовые, и он смотрится более объемным, более таким вот, ну, пятно такое яркое в комнате. Не переключайся. Темно, да? Да, темно, темно. Не поможет. Давай на свет немножечко. Че только не сделаешь, да, контенту ради? Да. Стоэнса оливково-зеленый. 2000. Ну, наша задача была цвет передать. Ну, мы смогли, как смогли. Извиняйте, но Нино нас не балует, вешает так, туда, куда Макар телят не гонял. Каптюр. Катруп. Я как обычно читаю. Катруп. Ручная работа, ковер безворсовый, синий, 4000, полностью шерстяной. Колючий. Вот это мы вам уже показывали. Вот о чем я говорила, да, что вот на эти вот недорогие ковры, смотрите, вот весь мусор. Это он висит. А вы специально в угол поставили? Да, чтобы его никто не видел, да, и не трогал. Никто не трогал. О, вот он! Сколько нервов дома будет? Зато есть чему заняться. Но если кому заняться нечем, приходите к нам, мы найдем место. Ковер Свант предверный, 60 на 80. Раньше был коричневый с бежевым, сейчас серый с бирюзой. Можно стирать, но если это у вас не предверный коврик, а где-то в другом месте лежит, а так. Очень любят там салоны красоты, офисы. Места мало, легко вытряхивать, стоит недорого. Ну не могу я пройти мимо, это вот такое ми-ми-ми. Ми-ми-ми, сейчас мы тебе купим твое ми-ми-ми, иди сюда. Это в газель мне как это на стенку повесить. Ничего не напоминает. Было домашнее рисунок. Был такой уже когда-то. Так. Но было в других цветах. Радугой тоже. Ну не такая радуга была. Ну да, но было. В общем, ковер предверный. Пиллимарк. Радуга. Пальма. Из пальмы.
А вон там еще пальмы. Это старые. Мы их уже показывали. 104 ниточки. Silver Ferrule. Однушка 800, двушка 1100. Неплохо смотрится, кстати. Мужчинам, подросткам подойдет, кто любит такие лаконичные, да, и, ну, никогда. Вы вот же... честно скажу я вам, мужчинам без разницы, на чем спать, лишь бы было удобно. Да и такой подойдет. Просто некоторые, когда женщины такие ходят, ой, да как вы, смотри, вот иди сюда. Давайте берем пример. Я не привередлив, Татьяна Павловна. Вот, допустим, была клиентка, мне вот такая постель нравится, ну муж не согласится на такой спать. Так где же он спать? На коврике потом будет, если кровать не понравится. Нет, нельзя с постель с цветочком покупать домой. Ну купи себе половину односпальную такого цвета, а может другого. Да. А надо, чтобы по фэншую было. От этого слаще снов не будет. У тебя, знаешь, выражение лица какое? У кого-то до хрена времени. Возможно. Потому что, мне кажется, ты когда спать падаешь, ты уже даже не смотришь. Да. Я что, на уши подушку ишу и все. Мне больше ничего не надо. Так, вот смотри. Под эту, под фланельку, помнишь, комплекты были? Нет. Не пропи... А, да-да, лохматики такой. Спик, вальмо. А это прям тонкий. Это уже, всему, это уже не, не лохматики? Нет, да? Самый дешевенький. Хлопок и 35 полиэстеров. Икея все больше стала добавлять полиэстер в постельки. Обман. Кранс Марс. 1800 двушка, 1300 однушка. 152 нитки. Соответственно, наклепка. Кстати, даже самый дешевый за 700 рублей тоже наклепка. Ну, Бангладеш, Индия, Пакистан, Россия. Бангладеш. Турция? Еще хуже. Турчиш? А, вот он, хоть покажем, да? Вот как вы думаете? А что видно было, кто последний мылся? Чьи лапы, да? Чьи лапы, кто последний не выключил душ? Кого за срачник? Нет, кто последний не выключил душ? По отпечаткам ног мы вычислим его. В общем, коврик Up One, серый, синий, бежевый. Ребят, по ощущениям, по тактильным, офигенный. Неприятный, очень приятный, прям мягенький. Вот. Да, с ванной очень приятно будет это на пол кафельный вставать. Вы кафельный на коврик, что же я говорил. Классный прям, да, на промин? Я даже вот мокрыми ногами, я боюсь наступать, я боюсь, он разойдется. Нет, не разойдется. Давай купим домой, потестим. Почему? Но цвета у нас, если только вот беженький я бы взял. Бежевый нам подойдет. А да. Почему нам Икея на тестик никогда ничего не дает? Икея? Мы самый крупный в России YouTube-канал. Даже не только в России. Давайте, мы крупнее официального канала Икея вместе России. Поговорим с на эту тему. Чтобы мы на тестинг брали. И мы расскажем, будет как все хорошо, да? Да, и вы будете знать, надо, но вам не надо. О, пойдем. Алимтрен появились все. Это, конечно, не новинка. Но это совсем лохматый. Это да, это вот точно няшность. Альтрен появился весь. И серый, и белый, и бежевый. Тань, с вами выйдешь, обернешься и спать лягешь. Вот так, да? Ну, это в туалете, в обнимочку. Но смотри, вот из минусов сразу. Тут вообще прям мягенький. Смотри, он вот тут со временем, то есть, да, где ноги ходят, но в него вот прям вот мечта кошки. О-о-о, кошачьи движения. 1500 большой и 800 маленький. Наконец-то появились хоть какие-то туалетные коврики. Мне печаль, что тофтбу потихонечку уходит. А? Вот эти шарички. Раньше они были в разных размерах, цветах. Ну, вон они. По чуть-чуть. А было больше. И для туалета. И для ванны. Юрьевич, и нам было 20. Когда-то. Скобочка. 79 рублей, две штучки. Металлическая вешалка. На дверь. Я так правильно понял, нет? Правильно ты понял, правильно. Если кому не нужно вот такое количество крючочков. А надо один, например. Да. Еще белые были, да? Сколько стоит такой предмет? 79 рублей, две штуки. А, две штучки. Вот, я думал, одна. Нет, за две штучки еще ладно, да? Да. Вот. Ой, а вот еще наборчик новый. Я верю.
есть набор для ванны, три предмета, стур, ван, 99 рублей. Ребят, реально дешево. Ну. Но не настоящий. Не, ну да, завтрак, кстати, неплохой. Хостел, гостиница. Да, хостел, гостиница, туда, общага. С 99... В общем, хозяева такого временного съемного жилья... Ой, Дим, иди сюда, мы не все показали. Смотри, скок-свикин, вот мы показывали крючок. Да, есть штанга для полотенец, а есть еще держатель для туалетки. Вот куда только эти вот не приделают, да? Да. Очень универсальный предмет вот этот. А еще... Скрючочки такие будут, но пока их нет, и цены нет. Ну, рублей 100 не дороже. А вот штанга двухрядная, и фактически ведь можно, правда? Не, как... ну я бы... А внутрь не лезут, да? Не, ну... подожди. Нет, не лезет. Только снаружи. Получается, снаружи... Нет, не подойдет, потому что... Полотенце внутрь, когда будешь сушивать, это все ваши горшочки повыпадают. Да, это для других целей только. Пошли в свет? Да, пойдем. Было. Ой, темно как стол. Ну, давай. Ну, а вы маленькая фада, 800 рублей. Есть вот в таком настольном сером цвете прозрачный. Сюда обязательно прозрачную лампочку. По-другому будет некрасиво, да? Вся фишка лампочки теряется. Лампочку Эдисона. А как она крепится? Она, кстати, стеклянная, имейте это в виду. У кого активные дети. Фаду белая опять появилась большая. Много лет назад продавалась, помнишь? Как-то мы участвовали как спонсоры в каком-то студенческом конкурсе. Мы вот такие дарили. Это было на заре. Так, этого друга нам уже показали. Дима, здесь точно дизайнер когда-то на Лисме работал. Есть корни, да? Угу. Телбью, лампа настольная. Но латунь больше... Сталь. Ой, какой латунь? Лисма больше по латуни, конечно, работала. Тяжело. Это сталь. А это сталь. Ну, кому ретро надо? Прям ретро. Ну, это рабочий стол. Смотри, форса появилась в бордово-красном. Смотри, какие новые брашки появились. Фрихульт. Стекло, металл. Шарики вот такие классные, 1300. И вот такая еще есть. Просто люстра, вот, ну, без ответвления. 800 рублей. Шарик. Handmade. Made in hate. Ой, какая штучка. Иди сюда. Фломастер, что ли, новых цветов? Синий. Да, синего не было. Бра светодиодный, лес, металл. Ну, как ночник, мне кажется, хорошо прикольно, подойдет. Прикольно, да. Бра светодиодная, стрелка. А где стрелка? Вот, вижу. 2000. Ой, смотри, какой желтенький. Солнце. Такое маленькое. 1000. Облачко. Это не облачко, это не детская серия. Это 299 рублей, самый дешевый светильник. И Леста. Ну, кстати, видите, он, конечно, такой мягковатый, вот даже за веревочку дергают. Ну и солнце, но не меньше. Солнце 1000 стоит, и солнце поплотнее, но с другой стороны висеть на потолке, а не пофигу ли чему. Да, она хорошая композиция получилась из этих двух светильников в детскую. А вот еще смотри, ой, вот, Катя меня спрашивала. Светильник повесили, но еще пока нет. А вот, соль скур. 1000 рублей. Покрути чуть-чуть, не быстро. Цветочек. Угу. Дальше, смотри, вот такая бабочка. Уплист, 1300. И лисичка, уплист. Тоже 1300. Раньше, я помню, был только луна. А не вон, по 500 рублей. И цветочек. Луны я не вижу. Луна пропала. Ага. Он закрывается. Ба. Оригинально. Класс, да? Угу.
Вообще кайф. Были бы толки у нас хотя бы трехметровые, я бы такую себе купил. Типа фетра такая ткань. Потом смотри, красный так уже, ну красный вообще огонь, да? Очень интересно. Тоже 4000. И вот еще смотри какие. Ценника нету, ребят, еще. Шарик. Ну, судя по всему, если они все из одного материала, да, ценник будет примерно одинаковый. Откройте, пожалуйста. А, вот он тоже. Рамсла тоже 4000, геометрический. И все это навеяно от... Это, наверное, был прототип. Вот этот самый первый был деформация. Ну, вот эти вообще кайфующие. Ну, это а-ля «Звездные войны». Да, не всем подходит. Абажур, шнур отдельно. Наподобие такого пластика прорезиненного. 1500. Покрутить? Видно. Новые абажуры Рюра, бордо, серый и такой серо-синий. Нет, Таня жужжит, это разные. Рюра широкая, а это скоторт. И тот 42 сантиметра, но Рюра более широкой формы приплюснутый, скоторт более поднятая такая трапеция вытянутая. Все. Хотя бы название скажи. Крисмат. Основание никелированное. 2000. Тяжелое. Можно дополнить вот такой лампочкой и стоять. Ну, вот это покрасивее будет. Дим, минус. Давай сразу покажу. Дим. Веревочка. Оторвется. И механизм выкал. Все. Я думаю, это разбирается. Была у нас клиентка. Не смогла. Лурпаса. Коробка с крышкой. 2 штуки. Так, где вторая, никто не знает. А вот, есть. Значит, угнали куда-то выставочник. В общем, 2 берестяных туиска. Это мой личный сорт героина. Соломка. Вообще. Деревня, покос. Синокос. Морские водоросли, Вьетнам. Еще хуже. Деревня, покос. Собачкину, кошкину серию обновили. Подушка Лурвик 53 на 15, 1300. Ну, наш питомец только голову сюда положит, а у кого мелкие питомцы, вполне уместится. Пойдем дальше. У подушек появились новые чехлы. То есть все то же самое, друзья мои, что было, когда появилась эта серия. А одеяло? Нет, это подушка. А, есть полноценная одеялка. Где оно? Блин, Дим, тут надо, наверное, заново переснимать. Тут прям много чего обновилось. Смотри, какая штукенция прорезиненная. Наш Витек уместится. Угу. 1700. Только будет ли он спать? Это уже второй вопрос. Черно-белое. Серо-розовое, очень красивое. Размер, цвет. Пожалуйста. А? Размер. 100 на 150. Возвращаю, откуда взяла. А потом одеяло еще вот в таком цвете, ромбовидном. Вот это, наверное, и показывала. А? Это, наверное, вот это и показывала, ромбовидно. Да-да-да, его и показала. Так, подушки тоже сейчас 2 видов. Еще цвета дополнительные добавили. Ну, то же самое. 1700 подушка. Все те же цвета, как у одеяла. Так, по этой стороне все накопали. Давай дальше. Лурвик подушка розовая и серая. То есть фактически линейка осталась та же. Цвета поменяли. Ну, более лаконичные цвета стали, да? Не такие вот зеленые, оранжевые, бешеные. И черные. Ой, домик для кошки игл. Либо для маленькой собачки. Она собирается, не собирается, Тань? Как квадратная. Вот так только если. Сминается. Значит, просто. Не сминается. Да. Потому что квадратный, он более универсальный. Да, из квадратного можно и домик, и подставочку сделать. 1000 рублей. Так, про это рассказывали. А, иди сюда. Двухсторонняя миска. Керамика. 500 рублей. Ну, это для этих, как вот, вот такие, которые трясутся. Как собачки называются. Сами от себя. Подстилка под миску. Ну, ребят, фактически... Нет, поплотни. Можно как салфетки на стол, кому светло-серые нужны. Ну, что
Кто узнает? Кто знающий засмеет. Щетка 250 рублей, так, стопэ. Вот это нам уже надо. Да, смотри. Шариками. Вот это надо сейчас взять, будет Витку вычесывать. 250 рублей, ребят, потом расскажу, но мне кажется, у Акиты просто шерсть глубокая. И выдрать, и... Хватит, как раз. Вот длины вот этой иголки. И ценник очень дешевый. Я покупала вот эту нашу фиговенькую щетку за 400 рублей в зоомагазине. Это было. Сплыло. Так, муж, не убейся, тебе меня еще обратно вести. И смотрите, какой лежак. Не скажи, я бы сам на таком лежал, да? Ну, да. Если на кровать не пустит. Цену я вам, наверное, не найду. Домик для кошки на табурет. Слушай, а этот домик двухсторонний. Как-то показано, что его можно вывернуть. Наизнанку можно вывернуть, да? Типа да. А, вот эта подушка, это домик для кошки на табурет называется. Ну, идет вот... соль-то. А? Для животных. Да, соль-то. Вот прям натурально. И цена такая же, как у соль-то была, да? Да, вот то, что было, да, за 3500, и что сейчас? За 3500. Да он даже бесплатно не нужен такой. Свечи Клавкхэт, новые ограниченные цвета. Красивый винный, винно-фиолетовый и зеленый. Имейте в виду, Клакхет выпускают понемногу, поэтому, ну, понятно, что сейчас оформители без работы, но тем не менее. Деглинет фиолетовым. Всегда, когда Клакхет выпускают в каком-то цвете, в пару выпускают деглинет. И те не ароматические, разница именно в форме. Так, этих друганов мы снимали всех. И деглинет зеленый. Ну, как говорил по свечам. В Ростове 99 рублей такие тазики. Так, вот это не снимали. Очень знакомые вещи. Зеленые такие, помнишь, были? Не зеленые, а коричневые. Да? У нас разного цвета восприятия. Ладно, бог с ним. 399 рублей набор из 3 подсвечников. Из 4. И точно такие же вот еще. Разноцветыши. Ну, в общем, новое, это все хорошо забытое старое. А бетон-то капусту квасить дешевле стал. Да потому что Димка смеется над этим. Смотри, какая тутка. А вот, кстати, подсвечник. Вот, я ищу ценнику. Вообще классный, да? Поаккуратнее, скажу тебе, да, так. Да, чем ротырка. Как раз ровно на свечку. Не такой вот большой объем пространства. Ребята, цены нету. На сайте вы это увидите, можно будет. Нету. Короче, имейте в виду, появился новый подсвечник. Ну, пойдем, розовенький стаканчик со свечкой. Это давно свечки. Вот они, 269, цена как у Ротеры. Я и не ждал, что это будет дороже. Ну, Ротеры у всех. Дремск. 799, очень узкая горлышко, ручная работа. Можно использовать туда какие-нибудь... А эти гирляндочки светодиодные. А второй? А второе мы уже показывали в прошлых новинках. Омекс там в коллекции, когда снимали, Омекс там ограниченный. Верю. Это распродажа, кашпо. Это мы снимали. Ты ответственный за монтаж, а я ответственный за запоминание. Стеклянный клош. Кстати, кто, например, занимается, как я, аромадегустацией, подбирает аромагардеров, клоши можно купить в другом месте дешевле. Надо в Инстаграме дам ссылку. Я нашла поставщика. Ой, смотри, какая. Почти ручная работа, да? Красиво. Нержавеющая сталь. С пищевыми продуктами может контактировать. О, как. Мы снимаемся? А то. Началось. Шарики-фонарики. В картинах Пьерит, которые уже натянуты на холст, обновление. Шиповник. Потом вот такие классные девчульки. Из двух штук. Классно очень в детскую.
вот такие для девочек постарше. Потом смотрите. Это уже показываю. В распродаже. Кто хотел, цепайте. Снова человек появился. А, наверное, я возьму холст, Татьяна Павловна. А? Мне цена очень не радует. В половину. Смотри, олени. Ну, они уже были. Просто мне мои зебры уже надоели. Хорошо. Хочу. Дим. А. Барышня. Сидящая женщина с согнутым коленом. Умничать не буду. А то заплюю. Не поймут. Хейтеры, привет. Так, планета Земля. Ну, по картинам все. Дим, зеркала пойдем покажем вот этим. Почему я хочу за холстами? Потому что у меня уже три холста есть в наличии, которые вышли из ассортимента. Юрьевич коллекционером скоро станет. А что нет-то? Лангесут, зеркала, металлические полностью, можно куда угодно повесить. 50 сантиметров, 2700 в бежевом и в темно-сером цвете. Диаметр 50 сантиметров. А дальше доска для записи. Мы никак ее не могли показать, потому что она полноценно не висела. 1500. Ну как доска для записи? Полочки с кармашками. 1500 и 1000 розовые. 30-40 на грубо 90 на 86 и 58 на 86. Фейка новая. Пепперамия. Это так называется растение? Да. 269 рублей. Оралия 349. Все интереснее и интереснее, да? Вон там, а вот еще новенькие, этих точно не было. Папоротник 1000 рублей. Крапива, ну на самом деле это не крапива, господи, забыла как называется, у бабушки такие были. Так, смотрю, что еще нового, вот еще новые. Малыши обновились. Набор из трех штук 399 рублей. Мы сейчас вам только что похожие показывали, большие. А, можете... Похожи? Да, есть чуток. Икеюшка готовится уже к осени, да? Астры. Ну, прям осенний букет. А можно ребенок в школу вот так пойдет? 1500. Так, это все было. А, вот еще новенькие. $399 набор из трех штучек. Даже подарить не вполне прилично. Ой, кстати, направь просто камеру, показывать нет смысла. Драценные спиральки появились опять. Они то проявляются, то исчезают. Или это, значит, говорят, бамбук, наверное, нет? Бамбук, да. Так. Все, новинки мы сняли. Пойдем прощаться. Ну, эти новинки, к сожалению, ассортиментом менее, чем по прошлому году. А в Ростове я больше новинок нашла. Значит, ждем сентября. Когда придет к нам. Да. В общем, друзья, кто уже что-то купил, показывайте, рассказывайте. Делитесь, как обычно, в комментариях, мы будем рады. А мы понеслись дальше снимать. У нас сегодня запланировано очень много съемок.